ветераны, уважаемые земляки, поздравляю вас с великим нашим праздником, с Днем Великой Победы. Давайте вспомним тех, кто не пришел, как мой дедушка Панков Василий Иванович. Давайте вспомним тех, кто, сражаясь, дожил до этих времен. Давайте вспомним тех, кто в тылу ковал победу, защищая наше будущее. Немного в других условиях проходит сегодня праздник День Победы. Но от этого, я точно знаю, он не стал менее значимым для каждого из нас. Потому что через каждого из нас прошла судьба тех великих годин. Тех, кто после войны поднимал хозяйство. Тех, кто сегодня находится в строю. Дорогие земляки, уважаемые ветераны, низкий вам поклон и вечная слава. Я считаю, что сегодня выпало на нашу долю встать на защиту ваших подвигов и ваших заслуг. И сегодня каждый, дорожа вашим здоровьем, вашим вниманием, вспоминает о вас, о ваших подвигах. Поздравляю вас, желаю каждому прежде всего здоровья. Здоровья и внимания ваших близких, родственников, каждого из нас. С праздником нашей великой победы!